Так, друзья, привет! С вами Ваикра, Давид, и у нас сегодня специальный выпуск. Мы в Нью-Йорке. Ладно, шучу. Мы в Рамат Шломо, но тут тоже есть 770. Да, достаточно интересно. И у нас сегодня встреча с интересным человеком, так что оставайтесь с нами, будет круто. Сегодня я встретил твоего лучшего друга. Передай Цхаку. Нет у тебя друзей, и у него тоже нет друзей. Опять не работает. Сядь, слушай, давай бахнем, а? Так, друзья, у нас сегодня встреча с интересным человеком. С нами практически главный раввин Ашдода. Шломо Сурлевич. Шломо, скажи пару слов Хасидута. Слушай, так. Настоящий Хасидут из жизни. Так. Я начал, там подсел на одного лектора, и в интернете искал лекцию, и я не знал, как пишется Байлахтоха. И я думал, что наша лава называется от слова «идти», ну то есть вышли Байлахтоха. А там нет, Байлахтоха – это подниматься, от слова «лаолот». Когда будешь зажигать свечки, пламя должно подниматься. Так вот, Вася, что я подумал? Еврей должен не идти, а подниматься. Вот так я на себе испробовал, даже неправильно писал, смысл даже не понимал. А мы, хабадники, должны подниматься, больше, чем кто-либо должен подниматься. Все, теперь скажи там все, подписывайтесь там на Ваикра. Подписывайтесь на Ваикра, да. На Facebook с Рулевичком, и Макеевка, вечер.ру. Все, спасибо. Вот такой у нас получился сегодня необычный выпуск. И с 770 мы встретились с интересным человеком, услышали немного слов Торы и будем с вами дальше на связи. Подписывайтесь на Ваикра, дальше больше интересно. Привет, мы живемся. Сейчас поднимем ручку. Потом в русском хаваде похмелим. Сань, тебя видит 100 тысяч человек. 500. Передай привет. Ну скажи, что... Я передаю привет только Ицхаку Петрусу. Это моя звезда, мой кумир. Моя просто вершина, которую я стою. Я хочу быть таким, как ты.